от имени главы примите поздравления. Спасибо. И еще раз выражаю уверенность, что это будет благополучная, счастливая жизнь вас ждет в этих стенах и в связи с вот этим вот событием. Заместитель главы города-курорта Светлана Яровая вручает сертификаты в рамках государственной программы «Жилище двум семьям». Получатели признаются, что ожидали этого момента. Надежда Кудинова живет с мужем у родственников в хуторе Красный. Приехали туда в 2001 году после того, как в одной из соседних стран к власти пришли националисты. Все надеялись на лучшее, но лучшего ничего не было. И сейчас нет ничего. Осталась капелька, горсточка там. Женщина вспоминает, как продали свой двухэтажный дом фактически за копейки. Уже в России на эти деньги удалось купить диван да кресло. У Марины Резник фактически та же история. Дом не был крепостью, могли зайти во двор, взять что нужно и уйти. Сегодня день, когда можно окончательно переключиться с воспоминаний о прошлом на планирование будущего. Естественно, свое жилье – это свое жилье. Это уже крыша над головой своя, естественно, эмоции переполняют. Наконец-то дождались. Денежный эквивалент одного сертификата – более 1,5 миллиона рублей. Документ именной и целевой. Его предъявляют в государственный банк, а тот, в свою очередь, переводит застройщику или продавцу деньги. Старшее поколение подумывает о небольшом сельском домике. Говорят, что варианты есть. Марина хочет приобрести жилье в городе. По старому месту ностальгии нет уже давно, а анапская земля оказалась гостеприимной.